Всем привет! Данное видео записывается в рамках дани уважения к любимым инструментам. Сегодня речь пойдет о таком замечательном ноже Stanley 199. Лет 8 назад, прохаживаясь по супермаркету Метро, я завис на отделе с инструментами. И на глаза мне попался вышеупомянутый инструмент, который просто меня заманил своей красотой. Я не удержался от его покупки. Стоил он, как мне кажется, рублей 400, то есть довольно недорого. И просто запал мне в душу. Дело в том, что этот инструмент пригождается мне в год примерно раз 200. И всякий раз выручает. И вот недавно я заинтересовался спросить у интернета про этот ножичек. И был неожиданно очень приятно удивлен. Я узнал, что этот ножичек выпускается американской фирмой, которая производит все различные инструменты, и был разработан аж в 1936 году. Также его дизайн и конструкция была запатентована в этом же году, и он выпускается до сих пор в неизменяющейся концепции. Я, конечно, проработал рынок этого ножа. В интернет-магазинах он стоит от 500 до 1000 рублей, но как я понял, что товар везде, как правило, отсутствует. Поэтому я еще больше обрадовался, что взял его в те далекие года и превосходно пользуюсь его помощью. Корпус данного ножа, ну, в интернете он значится как монтажный нож, строительный нож, выполнен из цинкового сплава, что делает удержание в руке довольно приятным занятием. То есть металл очень быстро приобретает температуру тела. И, как можно заметить, лежит в руке довольно комфортно. Корпус состоит из двух частей, которые соединены таким вот винтом. Его можно открутить при помощи любой отвертки, крестовидной, либо плоской. Но в то же время, что мне наиболее импонирует, это можно сделать при помощи монетки. Внутри корпуса можно хранить вот такие вот лезвия. Они являются одноразовыми. Ну, не знаю, по крайней мере, мне не приходила в голову идея попытаться их заточить. Стоят они копейки, продаются в любом хозяйственном магазине. Внутри можно поместить довольно большое количество таких лезвий. Они очень легко меняются, являются двусторонними. Что делает этот ножичек восхитительно удобным в применении и использовании. Ну и, конечно, сегодня не будет никакого тест-драйва, никаких практических испытаний, потому как я полагаю, что всем очевидно, на что способен данный инструмент. Хочется также отметить, что вот эти вот лезвия продаются в хозяйственных магазинах и имеют абсолютно разные формы и могут пригодиться под все виды затеянных вами работ. Хочу попросить прощения за сумбурный ролик, в принципе, и ни о чем. Просто я по всем сильно соскучился. Спасибо за просмотр. Всего доброго.